Вон мой друг Гасик ломится. Почаще и лесам я один не хожу, так как может встретиться мишка или лосяшка. А иду я в то место, точнее идем мы в то место, которое датируется примерно 1700-1800 годом, в надежде его найти уже второй раз. Вчера была такая паскуднейшая погода. Погода сегодня просто адская. Другасик мой вон пробки выкапывает. А у меня сегодня такую отвратительную погоду. Где этот? Вот он. Крест. Первая на сегодня находочка. Такую отвратительную погоду. Отлично. Будем надеяться, что не последняя. Вот такая вот у нас рось. Не дала нам полазить по полям. Может быть, сегодня в лесу повезет. Вот такой вот русло реки бывший. Как дорога практически. Ну что, первое серебро в этом году. 20 копеек. Вот они. 24-й год. Серебро. Моя прелесть. Ой. Ладно, не буду перчатками тереть. Ах ты моя прелесть. 24-й год. Серебро. Ого. Отличное начало. Не то, что вчера во время офигенной бури. Но хотя крест был просто суперский. Точнее, он и есть. Ага. Вот попалась вот такая вот медяха. Даже не знаю, что это такое могло быть. Ладно, вон у меня другасик, специалист археологии. Черный и белый. Он знает, он подскажет. Ну ладно, пока что вот сюда. Не совсем, конечно, интересная находка. Но находка. Конинка. С лошадки. Естественно. Эх. Где же серебро? Другасик у меня там копает вовсю, роет землю. Но чего-то у него пока никак. Зато я разбогател на целых 20 копеек. Так. Сейчас посмотрим, что тут другасик нарыл. Ни хера не видно. Ты что нарыл-то, блин? Вообще. Говорит, золото. Пятачок, что ли? Наверное, пятачок. А это что? Ай! Ай! Ну ладно, хрен с ним. Копеечка. Царики. Ну ладно. Может, еще что нароем? Какая все-таки у нас богатая Русь. Не килограмм истории. И у меня снова крестик. Жалко, что без ушка. Третий поход и три креста. Жаль тебе, жаль. Ну ладно. Вот такая вот у нас Русь. Самая зачетная монетка. Сегодня. 1800 год. 2 копейки. Ровно 1800. Ого. Вот еще пятачок попался. Такой очень грустненький. Ну ладно, пойдет. Я его отреставрирую. На Руси уже темнеет. И 3 копейки 24-го года. Вот советские монетки, точнее РСФСР. Просто очень красивые. Но это тоже грустненькое.
но симпатичные. Не видно ни хрена. Вот такую интересную спичечницу нашли. И даже в ней остатки спичек. Открывай. Ого. Медная спичечница. Да, узорчик. Раритетная вещица. Вот тогда медная спичечница. Ну-ка, давай повернем картинкой хорошей. О, какая картинка. Да. Вот это находочка. Ах ты, елки-палки, я лопаточкой ее задел. 2 копейки. Ну это ладно, это мы восстановим. Двушечка. Черный и белый копатель. У меня впервые в жизни залипуха. 2 монетки. Слипшиеся. Похоже, 2 копейки. И, похоже, был кошелечек. Вот это находочка. Гарные блинчики. Вот это клад. 2 блинчика. Сейчас я... Так. Сейчас я их попробую разъединить. В общем, разлепить их у меня не получилось. Буду вываривать. Состояние просто идеальное. 1800. Не видно. Ну ладно. В это, конечно, будет сложно поверить. Но похоже, действительно, кошелечек был. Вот здесь 2 двушки. И в соседней ямке. Сейчас посмотрим, кто это там спрятался. Не знаю, будет видно или нет. Ну ладно. Сейчас посмотрим, кто в этом чудном брикетике. Рядышком еще, да. Оу! Точно! 2 копейки! Рядышком. Точно такая же. Но 1. Ху-ху. Вот так кошелечек. Вот такая вот у нас богатая Русь.